Восень – самая гарачая пара для дачнікаў. Неабходна сабраць ураджай, добраўпарадкаваць тэрыторыю, пасля лета прывесці ў парадак грады. Прадстаўнікі МНС і горадаінспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя наведалі з прафілактычным рэйдам Брэсцкі раён, дзе размяшчаюцца каля 300 садовых таварыстваў. Зараз людзі актыўна займаюцца тут навядзеннем парадку. Канешне, усё тое, што застаецца пасля збору ўраджаю, неабходна утылізаваць. І да гэтай дылемы дачнікі ставяцца па-рознаму. А лучше вообще не сжигать, потому что и соседям то мешает, собственно. Зачем ее сжигать? Ну, как избавляетесь? А мы вывозим. Вывозим, или у нас вот яма гниения есть, сюда мы складываем. А вот то, что пересушивается, мы когда шашлыки делаем, высушиваем, чисто на шашлыки у нас дрова идут. Не разводим костер, особенно в жаркую погоду делаем. Если разводим, то какие-то меры предосторожности рядом используем, ну, вода, чтобы была там, или со шланга поливать. Если сильный ветер, тоже нежелательно, потому что может, ну, перекинуться с одного там места на другое. Одной из форм работы по попереджении пожаров супрацовники МНС бачать профилактичные разговоры с господарами дачных сядзіб. Первое, безветренную погоду, да, тут все будет написано, ага. Вот такой буклетик. Тут все написано, да? Угу. Безветренную погоду. Дальше, если мы разводим костер, это 8 метров от зданий с урожением. За пожарной безопасной и парадком у дачных кооперативах так само сочат и супрацовники городской районной инспекции природных ресурсов и аховы навокольного осяроддзя. Убирают люди урожай, где-то выносят остатки растительности на прилегающую территорию, мусор тот же. Работаем с председателями садовых товариществ, ну, именно в этом плане. Конечно, опять же, коснемся сбора отходов. Это в садовых товариществах должны быть, ну, быть контейнерные площадки, установленные контейнера, заключены договора на вывоз отходов. Профилактика з боку адпаведных службаў – гэта добра, але самім людзям неабходна быць пільнымі. Дачныя домікі размешчаны ў некалькіх кроках адзін ад аднаго, і калі здарыцца пажар, ён можа хутка перакінуцца і на суседнія пабудовы. Толькі ў гэтым годзе іх у Брэсцкім раёне было ўжо 7. Хочу напомніць, што допускается контролируемое сжигание мусора на территории приусадебных участков при соблюдении требований пожарной безопасности. Это безветренную погоду допускается сжигать мусор на площадке негорючих материалов, также под постоянным контролем за процессом горения, а также соблюдением расстояния до здания сооружения, которое должно быть не менее 8 метров, а также обеспечением первичными средствами пожаротушения. Існуюць і меры пакарання для тых, хто не выконвае меры бяспекі пры развядзенні вогнішчаў. Штраф у 30 базавых велічынь. Юрый Пешур, Юрый Плінда, Тэлерадыёкампанія, Брэст.